Вчера вечером уехал на другой объект, стал делать комод, но не доделал. Сегодня утром приехал, все-таки добил этот комод и приехал опять на объект. Доделаю вот здесь каркас на один лист гипсокартона, там пока делать не буду, узенькую. И здесь пока не буду работать, потому что здесь находится вот эта вот вытяжка, и мне эту вытяжку надо вытянуть куда-нибудь под этим навесным потолком. А буду заниматься вот этими вот картышами, буду резать по размеру и добивать вот эту вот всю часть оставшуюся. Вот так полностью сделаю. Опять какая работа. Вот такой коротыш я уже тут разметку сделал, потому что в этом пролете будет размер, я уже и забыл какой, должно быть 54,5, 54,5, и там 53. То есть там 53, а тут 54,5. Вроде бы так. Сейчас сяду и буду делать вот эти вот продольные картыши. Вот такая моя работа. А потом перейду вот сюда. Со стороны стены нужно закрепить вот этот вот профиль металлический к этим подвесам. Вот один подвес и второй. И с помощью вот этой приспособы сейчас буду закручивать. Беру только в правую руку. И как мне надо устанавливаю, а вот эта вот часть, она как бы сама движется. То есть управляю только правой рукой. И вот таким вот образом беру вместе с ручкой. То есть не одну головку, а с ручкой, чтобы не проворачивался. Удобнее держать в одном положении. И вот эту вот дрель как бы направляю только к правой руке, сильно ее не удерживаю, только кнопку нажимаю и все. То есть беру, вот так вот придерживаю. Надо подобраться, просто здесь такое вот место неудобное, но даже в неудобных местах можно, вот смотрите, я вот отпустил и держу. Вот беру, нашел и для себя, либо вот так под углом, вот так уже невозможно, потому что дрель, вот смотрите, как. И каким-то образом я сейчас буду вот так вот обжимать, ладонью удерживать и нажимать, только кнопку нажимать. Это легко держится. Раз и все. Очень удобная штука. Да то она мне нравится. Давным-давно ее купил, как только появилась, сразу же купил. Но угол не 90 градусов. Вот смотри, смотрите какой. Не то 45, не то еще. Но все равно можно дрель повернуть таким вот образом, таким образом, таким образом. То есть идет вращение внутри. Какое-то вращение идет. Ну тут откручивается. Я там смазал. И теперь тот вот профиль нужно закрепить к этому подвесу. Каким-то образом я доберусь. Ну, вроде бы тут все я проверил нормально. Ровно, идеально. Так, найти отверстие. Сам стою непонятно на одной ноге. Как на картинке крестьянин на одной ноге стоял на земле. И я точно так же. Так, нашел. О, встану вот так. Приготовил раствор шпатлевки
на вот этой плите, прямо вот на этих подмостях, сделал черточки со всех сторон, чтобы мне закручивать и проблем не было. И действительно, вот этот вот лист гипсокартона уже был в употреблении. Почему-то его сняли, и он у меня оказался с новыми листами гипсокартона. Как-то мне его сунули. Ну, он вроде бы не ломанный. Ничего страшного нет. Буду продолжать работать, как я раньше и работал. Опять наносить слой готовой растворной смеси вот сюда. Вот смотрите, я тут не закрутил. Ну, буду теперь закручивать и там, и сям. То есть еще даже, может, и еще лучше получилось. Не подготовился, надо же, а. Ужас. Прекрасно получилось. Притянул капитан. Там надо теперь притянуть и поджать кверху. И еще раз. Так, здесь хорошо получилось. Теперь нужно вот здесь. Прекрасно. Провиса почти нет. Сразу же и буду закручивать. Вот смотрите. В это же место закрутил. Хотя. Так делать нельзя. Я не хочу делать эти отверстия пустые. Брюки порвал еще сильнее. Надо прийти домой, эти брюки нашли на машинке. О, классно. Приятно. Когда лист гипсокартона прям и рядом еще один. Смотрите, как выдавливается раствор. Вот это очень хорошо.
как выдавливается. Просто приятно смотреть. Ну, приятно. Так, тут у меня есть саморез. У меня остался раствор шпатлевки. И вот саморезы вчера, которые были заделаны вот этим вот раствором гипсовой шпатлевки, он высыхает, и такая вот лунка получается. Еще раз надо проходить. Хотя работа у меня еще не закончена, но я уже работаю. Делаю вот такую вот подготовку, чтобы потом проблем не было ждать, когда высохнет. А во время работы тут потихонечку я вот такую мелочь делаю, на которую потом времени теряешь еще больше. Так, так, это сделал, все, сделал. Ну, вот здесь можно пройти, у меня остался раствор, саморезы у меня там еще видны. И вот его нужно добить в дело. Вот я сделал, завтра еще, то есть не завтра, а послезавтра. Вроде бы на сегодня все, осталось чуть-чуть там что ли доделать. Ну, вроде бы и пока все. Время. Ну, еще можно поработать. Буду работу делать вот опять с самого начала, как первую плиту гипсокартона закрутил, так и буду продолжать дальше и туда. Ну, этот раствор еще нужно куда-то деть. И саморезов буквально не осталось.